Всем привет, друзья! С вами снова Елена, и я продолжаю вас знакомить с продукцией компании Батель. Сегодняшнее видео я посвящаю волшебному товару для женщин. Этот продукт, конечно, привел меня в восторг. Я пока не знакома с этой проблемой, да, но мне уже не 16, как я люблю говорить, и я наслышана, что период менопаузы для женщин очень, скажем так, проблематичен. Так вот, компания Батель разработала и выпустила капельки биогенные, нативные, то есть 100% натуральные. Называются капельки Норма Климакс. Я сама лично пью для профилактики, чтобы отодвинуть наступление этого периода в моей жизни как можно дальше. И, кстати, рекомендую пить его для такой профилактики. А для тех, кто уже столкнулись с этим недугом, скажем так, нужно обязательно иметь в своей аптечке эти капельки. Вот эти неприятные симптомы, приливы, потливость проходят на второй-третий день. У меня уже есть 3 примера у моих подруг. И еще несколько заказали, кто для профилактики, кто уже находится в этом периоде. То есть есть конкретные примеры от моих знакомых. Причем принимать их нужно по следующей схеме. 1 месяц пьем, 3 месяца отдыхаем, потому что эти капли пролонгированного действия и имеют накопительный эффект. Кстати сказать, одна из моих подруг, я не знаю с какой целью, то ли она решила сэкономить, то ли она плохо прочитала инструкцию, она пропила месяц, прибегает ко мне и говорит: «Ой, мне нужно срочно заказать». Я говорю: «Зачем? Ты же пропила месяц, 3 месяца нужно отдыхать». «Нет, я не могу, мне без них плохо, мне все прям, у меня начинаются приливы». Я удивилась, позвонила 2 другим. Они говорят: «Нет, Лена, нужно все по схеме пить. Мы пьем по схеме, месяц пьем, 3 отдыхаем, 2 раза в день». А моя подруга пила всего лишь 1 раз в день, и, видимо, поэтому у нее эти капельки сработали не так. Поэтому, друзья, нужно строго следовать инструкции. Не нужно в этом случае самовольничать, это абсолютно ни к чему. Вся продукция Батель, она натуральная и имеет накопительный эффект, поэтому нужно следовать инструкции. Вот я достала инструкции, давайте я вам зачитаю. Капли эти призваны устранить такие негативные проявления, как приливы, сопровождающиеся сердцебиением и потливостью, депрессивное состояние, раздражительность, нарушение сна, проблемы с мочеиспусканием, выведение кальция из организма, проблемы с интимной сферой, быстрое старение, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Негормональные средства на основе исключительно натуральных компонентов предотвращают сокращение количества женских гормонов в климактерический период за счет селективной модуляции эстрогенных рецепторов. Средство повышает качество жизни в период гормональной перестройки организма в фазах менопаузы, постменопаузы, при ранней менопаузе до 45 лет, вызванной стресс-факторами и воздействием внешних и внутренних неблагоприятных условий. При тяжелом течении климактерического периода препарат предотвращает развитие серьезных нарушений здоровья. Вот это меня вообще, конечно, впечатлило, слушаем внимательно. Предотвращает развитие остеопороза, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также дегенеративные опухолевые изменения клеток. Вот прям хочется сказать: остановите землю, я сойду. Я просто была в шоке, когда прочитала вот эту инструкцию. Я сказала себе: какая молодец, что я пью эти капельки для профилактики. Я нисколько не жалею. Кстати, у меня одна знакомая даже с 38 лет начала пить эти капли. Не знаю, рано это или не рано, но вот она пьет с 38 лет. Ну, что могу сказать от себя, друзья? Я как бы не интересовалась пока еще этой темой. Ну, в аптеках вот недавно смотрела, да, есть какие-то препараты, я так понимаю, но я не знаю, насколько они эффективны. Но для меня подобный препарат вообще был открытием, потому что я наслышана, как женщины страдают в период менопаузы, в период климакса. Поэтому рассказывайте всем, что в наше время уже есть спасение от этого недуга. Да, про цену нужно еще сказать. Цена по каталогу 556 рублей. Согласитесь, это недорого для решения такой проблемы. И тем более раз в 4 месяца нужно заплатить такую цену. Да, мне, например, этого бутылька даже на 2 месяца хватило. Я иногда забывала пить эти капельки, но не настолько часто. То есть я думаю, что его хватает не на 1 месяц, это точно. Так вот, цена по каталогу 556 рублей, цена с максимальной скидкой 399 рублей. Чувствуете разницу? Делайте выводы. Друзья, очень важный момент. Капельки, пока они закрыты, в коробочке стоят новые, их можно хранить при комнате на температуре. Но если вы их уже открыли, то хранить их нужно только в холодильнике. Как я принимаю Норма Климакс? Смотрите, вот такая здесь пипеточка удобная. Очень интересная, необычная. Но зато не ошибетесь с дозировкой. 10 капелек
И нужно 50 мл воды. У меня как раз вот эта рюмочка, она 50 мл, она у меня дежурная для нормы климакса. Водичкой заливаю. Все, лекарство готово. Ну вот я и рассказала вам про очередной чудный проект от компании Батель. Ссылку на продукт, как обычно, я оставляю в закрепленном комментарии и в описании под видео. Напоминаю, для того, чтобы иметь максимальную скидку, ее может иметь абсолютно каждый, без всяких обязательств, нужно правильно зарегистрироваться. Для того, чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео на эту тему, так и называется «Правильная регистрация», и оно появится в конце этого ролика. Напоминаю, что регистрироваться безопаснее по моей ссылке, ведь вы будете производить оплату онлайн, а в наше время очень много мошенников в интернете и даже создают поддельные липовые сайты. И когда я в личном кабинете увижу, что вы зарегистрировались, у меня появился новый партнер, я свяжусь с вами и расскажу о всех фишечках и вкусняшечках от компании Батель. Какие подарки вы сможете получать от компании Батель. Это на самом деле просто бомбическое предложение. Компания Батель – это моя любовь на всю жизнь. Подарки, подарки и еще раз подарки. Плюс к скидкам и акциям. Ну а если вы не хотите регистрироваться пока консультантом, вы хотите заказать буквально несколько товаров, и при этом вы живете в городе Чебоксары, вы можете обращаться ко мне в личку, сформируем общий заказ, и вы сможете насладиться продукцией компании Батель. Друзья, подписываемся на мои соцсети. Все ссылки, как обычно, я оставляю в закрепленном комментарии и в описании под видео. И приглашаем друзей и знакомых. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что сегодняшняя информация оказалась для вас максимально интересной и полезной. Я благодарю вас за то, что вы со мной. Всем пока-пока.